давали восторг, по крайней мере, в молодости, не сейчас на дискотеках, а в школах, где там нас площадка, в санатории были, когда молодые, давали восторг, да? Медленный вальс, мы это все помним. А я вам еще хочу добавить к тому, что вы знаете об этом вальсе, что это вальс, догадайтесь, откуда он пошел. Из Бостона, нетрудно догадаться, Ольга Бостон. И родился он там в 1870 году. Ну как же не исторический? Конечно, исторический. Таинственный, как дивный сон. Врачует душу вальс Бостон. Воздушных замков миражи. И жизнь, как вальс, и вальс, как жизнь.